Здравствуйте! Вас приветствует интернет-магазин 5 капель. В этом ролике мы расскажем о лабораторных эксикаторах 5 Drops. Вы узнаете о их характеристиках, комплектации, рабочем процессе. Эксикатор 5 Drops из светлого стекла, без крана, с керамической вставкой, предназначен для медленного высушивания и хранения гигроскопических веществ. Разработан для создания изолированной среды в объеме сосуда, в котором поддерживается близкая к нулю влажность воздуха. Эксикатор состоит из стеклянной емкости с крышкой, а также имеет решетчатый фарфоровый поддон, на который устанавливаются тигли или бюксы. Плоскость соединения с крышкой для достижения герметичности может быть смазана вакуумной смазкой. Благодаря специальным фарфоровым вкладышам внутрь посуды можно поставить тигель кварцевый, выпарные чашки, чашки Петри, бюксы и другие емкости. На дно эксикатора может быть помещен силикагель или другое гигроскопичное вещество для осушения, которое не входит в комплект поставки. Эксикаторы 5 Drops обладают стойкостью к вакууму и агрессивным средам кислотам, щелочам. В комплект эксикатора 5 Drops входит керамическая вставка. Лабораторные эксикаторы 5 Drops представлены в следующих размерах: 150, 180, 210, 240 и 300 мм в диаметре. Ссылка на лабораторные эксикаторы 5 Drops будет в описании под видео. Также мы ранее записывали видеоролик про лабораторные эксикаторы, ссылка на него будет в описании под видео. Ставьте лайки, если это видео было для вас полезным и интересным. Подписывайтесь на наш канал и оставляйте интересующие вас вопросы в комментариях под видео. Спасибо за просмотр обзора и до новых встреч!